Вечером и мы ждем не менее хорошей игры от команд. Комментировать игру для вас сегодня буду я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Франция говорит и показывает. Мы в прямой трансляции матча Лиги 1 Uber Eats. Как здорово, что играть командам при полных трибунах. В такой атмосфере любая игра становится только лучше. Спасибо, Георгий. Интересно будет посмотреть за предстоящим матчем. Многие ждут от него захватывающей борьбы. Ну и мы, конечно, в их числе. Лиль с первых минут играет в таком составе. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Кость? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Состав команды гостей. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Как думаешь, когда к Италии вернется былая сила? Ну это я бы сам себя мог спросить, но мне твое мнение, Константин. Интересно, провал все-таки к чемпионату мира очень больно ударил по всей стране, переживали все тогда. Ну а лично мне больше всего обидно, что Буффон не приехал на чемпионат мира в Россию. Так что по поводу Италии, Костя? Знаешь, Георгий, мне бы тоже хотелось услышать твое мнение, но раз ты настаиваешь, то мне кажется, тут нужно оставаться оптимистом. Все-таки на отборе Италии откровенно не повезло с тренером. Итальянцам нужно идти своим путем, придумывать новый продукт. Каким в свое время, кстати, стал Катеначо, почему бы и нет. Состав и сейчас боеспособный, им просто нужно найти верный путь и верную философию. На желтую тут вполне наиграл. Итак, самое начало матча, а рефери уже достает горчичник. Да, решил не шутить с самого начала и обозначает допустимый уровень нарушений. Похоже, сегодня нас ждет предельно чистая игра. Очень вовремя мяч перехвачен. Опасную атаку остановили. Это офсайд. Атака закончена. Вот так. Кто рано начинает рывок, тот в офсайде оказывается. Бурак Йылмаз. И дальше что-то. Есть удар. Вратарь в игре тащит этот удар.